Порционный сливовый пирог-пудинг – традиционный английский десерт на Рождество. Отличный пористый, очень нежный десерт совершенствовался англичанами долгое время, а результат просто супер. Английский порционный пирог-пудинг – удивительное рождественское блюдо с многовековой историей. Самое интересное, пирог носит название сливовый, но слив в нем нет. Одни говорят, что изначально в пирог добавляли чернослив, но со временем изюм стал дешевле и вытеснил сушеные сливы. Делюсь рецептом, как приготовить этот интересный десерт. Пирог-пудинг готовить надо на пару в течение 6 часов, поэтому запаситесь терпением. При подаче разрежьте пирог на порции и полейте соусом из сладкого сиропа с ложкой ликера. Изюм светлый – 1 столовый кон. Изюм темный – 1 столовый кон. Смородина – 1 столовый кон. Сахар – 1,5 столовые кона. Корица – 1/2 чайных ложки. Гвоздика – 1/2 чайных ложки. Мускатный орех – 1/2 чайных ложки. Масло сливочное – 220 грамм. Соль – 1/4 чайных ложки. Яйца – 4 штуки. Мармелад – 100 грамм. Темный ром – 2 столовые ложки. Сухари – 3 столовые кона. Количество порций – 8. Сухари всыпьте в чашу блендера, при необходимости измельчите до мелкой крошки. Добавьте яйца и еще раз все перемешайте. Всыпьте в тесто смородину, мармелад и ром, сливочное масло и перемешайте тесто с помощью лопатки до однородности. В форму, застеленную пергаментом, влейте тесто, равномерно распределите. Накройте форму крышкой или тарелкой, поставьте на водяную баню. Томите пирог 6 часов на медленном огне.